Губернатор Томской области Сергей Жвачкин проинспектировал психоневрологический интернат «Забота» в селе Вороновка Шигарского района. Проверил работу пищеблока, осмотрел спальные, бытовые и производственные помещения, пообщался с жителями и персоналом учреждения. Оказалось, интернат нуждается в одном враче-психиатре. Кроме того, руководство интерната попросило губернатора ускорить газификацию поселка Вороновка. По плану, строительство газораспределительной станции в селе должно начаться в 2017 году. Сергей Жвачкин поручил решить эти вопросы. Добавлю, что интернат «Забота» существует более 40 лет. В его состав входят 8 жилых зданий, административных. Активный корпус, столовая, пекарня, гараж, швейная мастерская и парикмахерская. Имеется своя котельная, водозабор и даже магазин. На сегодняшний день в интернате живет 695 человек, из которых 685 инвалиды первой и второй групп. Вернуться обратно в свой часовой пояс предлагают власти сразу нескольких регионов. Алтайское краевое законодательное собрание обратилось с инициативой.